Шамиль Смолян зовут его, нор жизни он простой. Ночь тайны все хранит для многих. Нормальный был, когда учился за Селене. И в спорте он нормально был. Ходил в Дербент, спортивный парень был. Поступил в музыкальное училище. Последний курс, когда у него, ну, замешали, но все, после этого он чуть-чуть испортился. Слышали про вот эту историю в интернете, которая была, там таксист и так далее, то что... Я увидел это. Да, вот вы как вообще отреагировали на эту ситуацию? Он мой не сын. Он не мой сын. Я исправился, говорит. Да? Попробуй, говорит. Я тебе обиду не дам, говорит. Мне на старости лет я тебе не буду мешать, говорит. Где-то 3-4 дня назад они были здесь, этот терапевт тоже был, я его отдельно, вот, я ему высказал отцовское слово. Он обещал мне исправлюсь.